Востребован людьми, это не пустая площадка. У нас гораздо больше желающих, чем мы можем вместить. Это значит, что у людей есть потребность собираться, и это главное. Для всех нас это новый виток и новая возможность развития и контактов, и отношений, и новых идей. Гражданское общество Югры, безусловно, окрепло за последние годы, безусловно, ощущает руку и плечо властей. Еще раз узнать о друг друге, узнать, чем занимается, кто как-то каким проектом работает, поделиться вообще, что происходит в округе. И считаю, что такие площадки очень нам нужны и очень полезны. Я всегда говорю, что форумы – это удивительное место, где можно увидеть всех, с кем ты работаешь. Увидеть, обняться, поговорить о планах. Естественно, это праздник. Встреча, как встреча гостей – это всегда праздник. And such forums give them platform. Подобные форумы являются такой платформой, где женщины могут показать и свои способности, и свои возможности. Как можно больше добра, ценностей, правильных, сохранных, стратегичных решений нести на всех уровнях. И в семье, и в компании, и в политике, везде. Запросто можем подойти, описать свою ситуацию, задать вопрос и получить ответ. Видеть, это сложно передать, насколько они горят своими идеями и как они хотят реализовывать свои инициативы. И прекрасно, что есть данная площадка, чтобы они донесли свое желание, стремление и возможности для этой реализации. Вместе сильнее.